другим темам. Сегодня состоялось заседание УКК. Напомним, наладить диалог после паузы удалось на прошлой неделе. Стороны рассмотрели доклады Объединенного военного командования о ситуации в зоне безопасности. По остальным вопросам повестки дня после дискуссии было принято решение о переносе этих вопросов на следующее заседание Объединенной контрольной комиссии. Обстановка в зоне безопасности управляемая и контролируемая. Работу ОКК продолжат в следующий четверг, 2 июня.